Здравствуйте. Это небольшое техническое видео. Второй канал, ютубовский, заблокирован. Написано на неделю, скорее всего, будет дольше. Самое паскудное в действиях ютуба – это то, что они по всем направлениям останавливают общение. Я не могу сообщить о том, что канал временно не работает. Вот это самое многоточие. В общем, любое слово сюда вставьте. То, что делает YouTube. У меня каналы из месяца в месяц, из года в год под санкциями находятся. Но это не значит, что я прекращаю свою деятельность. И, пожалуйста, прекращайте меня обвинять в попрошайничестве, когда я прошу помочь материально. Вы видите, что вытворяет YouTube. Я не могу самостоятельно заработать. Мне все возможности аннулируются. Видео осталось в ВК и в телеграм-канале. Я его вот сюда перекинула на сегодня, так как видео было залито 27 ноября. Я его сюда поближе сдвинула. Я не знаю, что здесь крамольного в этих рассуждениях. Там нет ничего. Единственное, что есть, повторять не буду. Если забыли, можете повторно посмотреть. Скорее всего, понятно, почему YouTube его удалил и отклонил апелляцию. Ну, в общем, спасибо за понимание. Как-то так.